Всем большой привет! Сегодня заготавливаем на зиму очень вкусную аджику из кабачков. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем все овощи, кроме острого перца и чеснока. Нарезаем их произвольными кусочками, чтобы было удобно закладывать в мясорубку. Нам понадобится 2 килограмма кабачков. Если они старые, нужно удалить семечки и снять кожицу. Двести граммов моркови. Двести граммов болгарского перца, который надо очистить от семян. И 1 килограмм спелых помидоров, освобожденных от сердцевины. Обращаю ваше внимание, что вес всех овощей указан в чистом виде. Теперь пропускаем все через мясорубку с мелкой решеткой, чередуя овощи между собой. Полученную массу отправляем на большой огонь и варим 20 минут с момента закипания. В это время подготавливаем чеснок и острый перец. Их тоже нужно пропустить через мясорубку, но по отдельности. В одну миску крутим 100 граммов чеснока. А в другую 50 граммов острого перца. Спустя 20 минут в кипящую массу добавляем 45 граммов соли, 120 граммов сахара, 140 граммов томатной пасты, 120 миллилитров рафинированного подсолнечного масла, 50 граммов перемолотого острого перца. Хорошо перемешиваем и продолжаем варить на умеренном огне 10 минут. Затем добавляем 80 миллилитров 9% уксуса, 100 граммов измельченного чеснока, и варим еще 5 минут. Дальше разливаем аджику в горячем виде по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Накрываем аджику стерильными крышками, закручиваем, переворачиваем и даем ей так остыть. Вот и все. Очень вкусная аджика на зиму из кабачков готова. Хранить ее можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.
Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.